Сейчас 10 утра, второй день, и на трассах еще пока никого нету, даже подъемник еще не работает. Вот. А здесь, на самом деле, мы вчера не успели показать очень много трасс разных. Вот одна, вторая, третья, там еще, если забраться выше, можно найти кучу других коротких склонов, которые один в другой перетекают. Вот поехала наверх. Нет, не наверх. Ну, поехали наши труженики местного подъемника. Значит, сейчас он заработает, и мы вам покажем. Все покажем. Пойдемте. Здравствуйте, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот вы давно катаетесь здесь, на этой базе? Ну, на этой базе, да, давно. Да? Лет 5. И как вам? Ну, хорошо, очень классная база. А меняется что-то из сезона в сезон? Да. Я, правда, не была на тех подъемниках, но вот построили новые трассы. Сын катался с мужем. Mm-hmm. Ну вот и подошел к концу очередной день видеоблога авантюриста на dvhub.ru. Мы покорили настоящие горные вершины. И на этом мы не заканчиваем свои приключения на горнолыжных склонах. Куда мы отправимся дальше, смотрите в следующем выпуске. Счастливо!